Ну что, дамы и господа, всем привет! Переходим к сложной теории, к сложной части видоса. Блин, очков умных нет. А, не, нашел. Сейчас будем разбирать сложные математические задачи. Мы будем сейчас определять, кого, как, куда лучше прокачивать. Я вам расскажу все самые популярные тактики, как вам прокачивать новые способности у новых бойцов. Снэкпик вышел. Поехали смотреть. Будем смотреть артикула. Он прикольно переводит. А в принципе он все спалил, смотрите. Но я думаю, что есть над чем нам поработать и что нам обсудить. Смотрите, значит, они получают... Я вот наперед еще не смотрел снэкпик, вот сразу говорю, вот эти фиолетовые штучки, это третий левел. С этим разобрались, двигаемся дальше. Ребята, всем привет, меня зовут Арткул. И сегодня в этом ролике мы поговорим вместе с вами во втором снэкпике о снаряжениях, ребята. Я вам их все покажу, продемонстрирую. Я покажу, как их крафтить, как их получить. В общем, у вас не останется никаких вопросов. Будет все лаконично, кратко, понятно. Но вы поставьте все по лайку, подпишитесь на канал и напишите коммент, как вы считаете, игра поменяется. И если вы, ребята, хотите ролик, в котором я покажу вам все снаряжения, я выпущу еще ролик, в которых расскажу, какие самые крутые и какие самые крутые комбинации на каких персов, каких персов нужно прокачивать. Нет. Первее всего, то, друзья, давайте на этом ролике максимально быстро наберем 30 тысяч лайков. 30 тысяч лайков, а вы сможете набрать на этом видосе 30 тысяч лайков? Давайте, и я вам расскажу про все новые тактики. Поехали. Так, друзья, приступим. В общем, теперь... Новый персонаж. Это что, снэкпик, в игре ты ждал? Будут доступны снаряжения. Это новый предмет. И вот так вот это все будет выглядеть в меню выбора бойца. Я не могу смотреть на обычной скорости, извините. Гаджеты и ставки подвинули и добавили два новых пункта. В общем, давайте зайдем, к примеру, к кольту. Что такое снаряжение? Это предмет новый. Вы видите то, что здесь есть предметы, такие как гаджет, звездная сила. И наряду с ними появляется новый... Ты объяснял, что такое предмет? Это подробный обзор. Алло, молодой, не включил и не этот. Ну что ты, блин? Не, ну ты конспиролог, ну ты все знаешь. Ну, не, ну это ты все. Ну ты все знаешь, а пацаны нет. Ладно. А Пидмет знаешь, что это? Знаю, а присудок. Сам ты присудок. Это присудок. Ой, ладно, поехали. Предмет, который называется снаряжение. И у тебя будет два слота для снаряжения. И в игре. А зачем ты кольту скорость вкачал? Да, да не вкачав я ему скорость, что ты хочешь от меня? Ты можешь сразу использовать два снаряжения, два разных, из пяти доступных, если ты их все выбьешь. Давайте покажу все пять снаряжений. Первое снаряжение — это скорость. Ускоряет движение в кустах на разное количество процентов в зависимости от... Ладно. Вот так вот ты без очков видишь, вот так с очками. Не-не, смотри. На каком уровне у тебя находится данное снаряжение? Каждое снаряжение из пяти можно прокачать до третьего максимального уровня. Я вам все сейчас подробно покажу. Второе снаряжение. Здоровье. Тоже третьего уровня. Сейчас у меня все максимальное. Восстанавливает... Назад. Да, денежки. Здоровье при неподвижности. Ой, движемся дальше, друзья. Урон третьего уровня. Увеличивает урон на 20%, если осталось менее 50% здоровья. Дальше. Так, не, мне сейчас реально интересно, что там по гаджетам. Значит, первый у нас гаджет. Скорость. Ускоряет движение в кустах на 25%. Второй. Восстанавливает 200 очков здоровья при неподвижности. В смысле, мне что, не двигаться? Ну, когда стоишь, хилишься. А, в кустах. Нет. Не обязательно. Ну, желательно. Не обязательно. Но нет. Дальше. Ну, ладно. Увеличивает урон на 20%, если осталось менее 50 здоровья. Короче, как у Хускара, ясно? А сопротивление... Ну, Хускар, у него чем меньше хп, тем больше урон. Сопротивление сокращает продолжительность оглушения, уменьшает эффект замедления на 30%. Что? Что? Я ничего не понял. Что это? Где? Вот сопротивление? Это... Да. Оглушение, станы, разные эффекты там, понял? Все, дальше. Защита третьего уровня. Добавляет 600 очк здоровья в виде расходуемого щита при полном запасе. Ну вот и все гаджеты. До новых встреч. Пока. Да шучу, я шучу. Продолжаем смотреть снэкпик. Ну мы, конечно, поехали.
Здоровье щит восстанавливает 50 очков здоровья в секунду. В общем, друзья, вот так это все выглядит. Давайте покажу, как это все дело прокачивать. И давайте покажу сейчас вам табличку, которую я сам для вас нарисовал. В общем-то, вот она. Сам он нарисовал, да. Разработчики скинули. Так, ну давайте смотреть. Так, что у нас тут? Что это? Ну ты же вроде в очках, вроде умный, не? Ну, что-то с чем... Что это? Что-то с чем... О боже мой. Я понял, на первом уровне сколько добавляет чего, на втором уровне сколько чего добавляет, и на третьем уровне сколько чего добавляет. По урону вот, на первом уровне молоток 10, на втором 15, на третьем 20. Ну и так далее, так далее, так далее. Ну, кстати, вот, да, неплохо. Друзья, здесь все понятно и подробно. Давайте покажу, друзья. Для того, чтобы появилось у тебя это новое снаряжение, какое хочешь, на урон, на щит, на сопротивление, на что угодно, ты можешь их выбивать с... Нифига себе, вы видели, как он выпал? Боксов, вот так вот, вот у меня есть жетон снаряжения на урон. Движемся дальше, друзья, и вы видите то, что... Ты гля, читер! Ну... А я вообще мощный. Детали снаряжения и жетоны, они в принципе выпадают довольно-таки частенько. Но, естественно, если здесь фуловый аккаунт, они еще чаще будут выпадать. И вот эти токены, жетоны, как хотите называйте, они нужны для того, чтобы прокачать какой-то определенный жетон, в данном случае защиту, на выше уровень, то есть на второй и на третий. Вот давайте, к примеру, мы открываем, мы получаем еще и детали, и вот жетоны, скорость. Видите, у меня присоединен только токен скорости. Давайте теперь рассмотрим эту табличку. Подробно останавливаться я не буду. Если хотите, скриньте, останавливайте на паузу, рассматривайте. Но главная суть. У вас у каждого снаряжения из 5 типов. Урон, здоровье, сопротивление, защита и скорость есть 3 уровня. На третьем уровне вы получаете максимальную полезность для своего персонажа. То есть, если вы взяли здоровье, жетон и прокачали на третий уровень, то вы будете получать плюс 200 хитпоинтов. Если защиту, то плюс 600 хитпоинтов. Если скорость, да мы видим, зачем ты это защитил? Третьем уровне, плюс 25%. Но, как сказали Supercell, даже выбивая первый жетон, ты получаешь уже больше, чем... Орасе, невідкладна допомога при болю у сьогодні. Да боже ты мой, Арткул, рекламы, да напихал! Соотношение, ты прокачиваешь на третий уровень свой предмет. То есть для того, чтобы больше приятности, чтобы хотя бы получать... Не, у меня нет рекламы. Я постараюсь на этой же секунде поставить ее. Хоть какое-то снаряжение. Ну и теперь, друзья, давайте рассмотрим ситуацию, когда у вас не фуловый аккаунт, и вы сейчас пытаетесь прокачать по новой системе персонажа. Давайте его качнем заново с чистого листа. Прочим, а, ну давай. 50 и 1250 монет. Мы качаем на 9 уровень, друзья. И теперь у нас разблокируется 10 и 11 уровень. На 10 уровень 890 нужно очков силы и 1875 монет. Угу. Давайте вкачнем, друзья. Давай. Качаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, у нас доступна ячейка снаряжения. И тут говорил нам снаряжение. Надели своих бойцов дополнительными способностями. Десятая сила открывает первую ячейку снаряжения бойца на 10 уровне силы. Собери предметы для изготовления снаряжения. Два предмета нужно. Жетон и детали, которые выбиваются с любых боксов, друзья. И их также можно будет покупать в магазине. И дальше изготов снаряжения у каждого есть 3 уровня. И каждый светится своим светом. Все на экране видно. И вы помните то, что Supercell у себя в Браутопе сказали, то, что первое снаряжение они нам подарят. Поэтому нажимаем кнопку забрать, и нам дают жетон снаряжения. Подарят нам первое снаряжение. Давайте заберем и готовим это все дело впервые, друзья. Улучшаем. Давай. На 11 уровень. Алхимик ты наш. И вам нужно будет монет, и сколько нужно будет очков силы для того, чтобы качнуть всех персонажей, 52 персонажей. Сколько, которые... сколько нам надо очков? Для того, чтобы качнуть всех персонажей, это все дело впервые, друзья. Там улучшаем также, давайте будет... на 11 уровень. Я решил почитать, сколько мне лично, и вам нужно будет монет, и сколько нужно будет очков силы для того, чтобы качнуть всех персонажей, 52 персонажей, которые есть в игре, на фуловый уровень, со всеми жетонами до 11 уровня. И вот я почитал, друзья, и тут такая картина. 4000... Ёп, ты подсчитал? Да-да-да. 675 монет нужно на одного персонажа до 11 уровня. И 243 100 монет на всех персов до 11 уровня. Ошалеть. Дальше, очков силы 2330 на одного персонажа до 11 уровня. И 121 тысячу очков на всех персов до 11 уровня. Это много, это сложно. Но нужно будет играть в клубную лигу, потому что там очки силы можно получать будет. Можно будет получать еще и монеты. В общем, есть куда теперь... А что это за белая штука у тебя? А? Алло! Стремиться. Так, окей, друзья, мы помним то, что нам Supercell подарили одно новое снаряжение. И давайте, ребята, его изготовим. Ведь у нас есть защита, видите, да? И у нас есть 80 деталей. Нажимаем изготовить. Тут у нас вот такая вот табличка. Нажимаем изготовить, и как же все красиво смотрится. У нас новое снаряжение защита первого уровня, друзья. Прекрасно, я считаю, замечательно. И вот, друзья, мы собирали и детали, и токены. Нажимаем улучшить и качаем теперь до второго уровня. Вуаля! Вообще, просто прекрасно. Снаряжение защита второй уровень. Видите, плюс 150. Так как я вам нарисовал таблицу 350, это 450. На втором уровне так и есть. Видите, плюс 450 хитпоинтов. И вот мы опять насобирали и жетоны, и детали. Все у нас есть, и токены. Нажимаем улучшить. 400 деталей нам нужно для того, чтобы. 400 деталей и 4 токена надо, чтобы улучшить на последний третий левел. Улучшить этот токен. Нажимаем, и вот у нас уже снаряжение защиты третий уровень, плюс 600 в итоге. И вуаля, у нас максимальный токен на кольта только, а так нужно на каждого прокачивать на защиту третий уровень. И вот так берете и качаете всех персонажей. И тут главный вопрос, нам нужно не ошибиться, друзья. Естественно, будут разные связки и тому подобное, что-то будет Ванька, лучше, Ванька. Что-то будет хуже. Давайте... А, нажми паузу. Да говори. Ну мне пойти надо, я все, я пошел. Так, брат, и мне надо. Так пошли вместе, слышишь? Так, а от Снэкпик? Блин, ну досматривай, я пошел. А шо, ну все? Да в смысле все? А шо там еще? Ну все понятно, ждем токены. Это лучше, бро, ждем. Все, ребят. Снаряжение. Все, ждем новый Снэкпик.
Не, снаряжение, о. Смотри, о. Вторую половину досматриваем в моем ролике, вот ссылка в описании. О, и все. Ребят, как начнут мне сникпики давать, вот тогда и буду их пилить. А пока... Не, ну все понятно. Все понятно. Все понятно.